классно поет. Всем привет. Я наконец-таки достиг карьера, уставший, но довольный. Посмотрите сами, красоты. Вот. Как же здесь красиво. Чуть дальше открывается шикарный вид на гору. Но мы здесь не ради вида с гор, мы им насладились сполна. Мы карьеру, вот эти вот березы, они растут только здесь вот. Фу, я так устал, доволен, что я вышел на место, я не заблудился. Вон даже вдалеке виднеются, ну как бы экскаваторы, да, добывают песок. Это просто кайф. Кайф, я достиг карьера. Фоточки будут обязательно. Все это как-то мы замонтируем. А пока что просто прекрасно. Просто изумительно. Карьер. Просто даже могу чуть-чуть с другого места птички поют. Вот. Вот. Вот отсюда. О! Вот. Как же красиво. Как же красиво. Так. Опля! Thank you.
Смотрите, что я нашел. Какое-то здание. Похоже, по-моему, на туалет. Так, ну вроде бы тут проводов никаких не виднеется. Похоже, реально туалет. Или, конечно же, секретный бункер. Вот так вот открываешь, спускаешься на какой-нибудь минус совой этаж. И все. Это я шучу, конечно, а на самом деле хрен его знает. Может быть, просто действительно туалет. Ну вот прям вот. Вот прям можно сходить где угодно. Но нет, тут есть, тем не менее, цивильный туалет. Или что это, я не знаю. Ну, очень похоже. Очень похоже на туалет. Но, конечно, это может быть вход в секретный бункер. Ну-ка, нет, все-таки это туалет. Все-таки туалет. Меня этот факт почему удивил? Потому что, понятно, гадить нельзя. Но все-таки, это же природа. Можно где угодно нагадить. А тем не менее, есть цивильный туалет. Такое вот лирическое отступление у нас с Осинки. Я чуть в сторону откланялся от карьера, короче. Чтобы вы заценили эту красоту жигулевских простор. Сейчас мы подойдем ближе. Слушайте, ну реально цивильный туалет. А вон можно и посидеть. Мангал, опять люди ничего не убрали. А можно здесь вот посидеть, кстати говоря. Отдохнуть маленько. Ага. Ага. Вот эту лавочку, что ли, я вспоминал, когда я здесь в ноябре был, да? Вот здесь вот можно посидеть. Вдалеке от карьера. И чуть-чуть отдохнуть. От долгого путешествия пришлось, короче, через этот перевал идти. Да, чтобы выбиться на карьер. Ну, красота. Как гласит, короче, одна из легенд, карьер был разработан, ну, разрабатывался активно в 60-х годах. Может, я путаю, может, это не этот карьер. Но для, короче, руды, радиоактивная руда, вот примерно в таких она карьерах добывалась. Сейчас, конечно, все заросло бурьяном, естественно. Вы сами видите это на своих экранах, но раньше... Значит, и песок здесь добывали. И руду я могу путать с этим, с карьером, ну, в этом, в Рождественно, но в принципе, действительно в таких вот карьерах и добывалась руда, она потом вывозилась белазами. И, короче говоря, шла на разработку атомного оружия. Вот мы видим, что дорога активно вон прям в центре она перегорожена. Не перегорожена в смысле, а вот перекресток прям в центре даже наблюдается. Эх, и вон там вон спуск. Спуск. Вот такой вот спуск продолговатый. Он идет сюда, потом сюда и прям вниз. Нас и спрашивается, зачем мы пойдем вниз. Как зачем? За вашими лайками, конечно же. Вот жуки, вот жуки. Вот чуть-чуть жук спугнул меня. Не, ну что, не нравится тут березы хороши, конечно. Вот такие вот маленькие. Мы пройдем ровно столько, сколько нам еще позволит силы. Я чуть-чуть передохнул. Вот прям, обратите внимание, идут прям выебаны, вот раз, два, три. Такое вообще как вот ступеньки для великанов. Все очень красиво. А вот так вот сбоку выглядит наш обрыв. Кайф.
Вот мы поближе подошли. Так, вон там он все еще добывает песок. Ага. О, ящерица, что ли? Сейчас мы всех ящериц. Смотри, кус. Так, вернемся к карьеру, пока я тут с местным населением, с насекомыми улаживаю конфликты. А, значит, ну да, что я вам хотел показать. Вон еще желтый, отсюда не видно, к сожалению, желтый песок еще. Это означает, что его только недавно начали. Ну как недавно, карьеры относительно примерно закрыли в 2010-м. Я, может, что не знаю, путаю факты еще раз, но вроде бы в 10-м, в 11-м, да. И последняя добыча песка. Ну, давайте чуть лучше. Сейчас я площадочку найду для просмотра. Да, и вон видно еще с того края, вон. Еще все-таки вон добывали относительно недавно песок. А с того края уже нет, уже все. Ну и вон, да, вон еще вон свежий на эти самые, я не знаю, как это называется. Преет я в кепочке. Я прошел уйма километров, но в отличие от похождения на гору Барсук, я вышел на нужное место, и я этим доволен. А вон ящерица ползет. Ползет ящерица. Вот, более детально, тот край, с которого мы вышли. Ну, то есть мы вот там шли, да, там шли. И вот какой вид здесь открывается. Даже могу чуть выше залезть. О! Во! Во! Шишечки, елочка. А вот то, ради чего, собственно, прозвали Красноглинский район Красноглинским. Собственно говоря, красная глинка. Глина вот она. Ну, не знаю, по мне какая-то более розовая, чем красная, но все равно выглядит красиво. Камни. Ой, я сейчас готов испить из этой лужи. Ни хрена там камни, валуны. Какое-то капище. Возможно. Ну-ка. Супер. Супер. Мы продолжаем наш поход. Неизвестно куда, неизвестно зачем. Ёлка. Ну как можно такой вот не зафоловить, что называется, то есть заприметить. А вот, кстати говоря, граница карьера. Вот здесь вот был шлагбаум. Вот он. Вот опора. И вон та опора. Сейчас мы ходим прям территориально уже в карьер. Глина. Такие вот отвесные скалы виднеются. Ты смотри, есть линия электропередач. Вон непосредственно в карьер вход куда-то еще.
слышу какие-то звуки, может, добывает еще что-то. А, какая красота. Интересно. Интересно, давайте сейчас на трехфазнике мы с вами посмотрим. Какая-то тут рядом поселок есть. Может, это от этого, может, не от этого. Туда куда-то тоже дорога и упирается. Я на развилке стою. Вот линия электропередач, собственно говоря, собственной персоной. Куда ведет? Откуда ведет? Хрен его знает. С какого-нибудь бункера, где проводились секретные опыты, не знаю. Ага, там. Там еще, значит, добывает, получается, да? А здесь уже прекратили. Ах, там, да, там дальше самосвалы, короче. Значит, там самосвалы. Такое прям скало. Прям. И вновь мы получаем вид на карьер. Все примечательно, вот эти вот трехфазники, еще советские. Опора, советская опора, блин, ну, то есть, еще в СССР натянули. Не знаю, виднеются ли они на пленку или нет. О. Ну, в общем, мы обошли, короче, вот, все. Такой вот карьер. Еще раз полюбуемся отсюда. Теперь сюда дорога проходит. Вы посмотрите, какие цветы. Вот она, полянка цветов. А дальше вышел я вдалеке. Это сразу не заприметил, виднеется мост. Тут, наверное, зум мой не достанет. В общем, вон он вдалеке. Все, пойду назад.